мороженое. Это мороженое из Бадди Харвеста. Эта игра была сделана DMI Design для Nintendo 64 в 1998 году. И там был фургончик мистера Лолли. Там играла эта мелодия. Знаменитая мелодия. Позже она появилась в другой гениальной и шедевральной игре от тех же разработчиков, Grand Theft Auto 2. Там она играла, вы не поверите, в фургоне мороженщика. Мелодия появилась и в GTA 3, еще одной классике жанра, продолжении GTA 2. Появилась она там уже в знаменитом мистере Вупи. Из GTA 3 мелодия перешла вместе с мистером Вупи в GTA Vice City, а оттуда и в GTA San Andreas. Когда же разработчики взялись за Sony PlayStation Portable, мелодия проникла и в GTA Liberty City Stories, и в GTA Vice City Stories. К сожалению, в GTA 4 мистер Вупи был превращен в мистера Тейсти, а знаменитая мелодия из Бадди Харвеста была заменена криповыми аллюзиями на различные известные композиции. Я обожаю слушать эту мелодию. Я слушаю ее каждый день. Она вызывает зависимость. Я хочу еще и еще.